Большой привет всем зрителям моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень простой в приготовлении и вкусной, и самое главное, конечно же, полезной закуски как к новогоднему столу, так и к любому праздничному столу. Это яйца, фаршированные тунцом. Итак, что же нам потребуется для приготовления блюда? Это 6 яиц, небольшой кусочек морковки, половинка луковицы, сок 1 столовая ложка лимонного сока, несколько веточек петрушки. Для украшения я буду использовать зеленый горошек. Как альтернативу вы можете использовать кукурузу консервированную, маслины, оливки, что вам нравится. Ну и, конечно же, самое главное – это тунец. Я очень люблю вот такой тунец. Это, получается, тунец для салатов. Покупаю я его в Магните. Мне очень нравится он тем, что у него, получается, белка 23 грамма, жира 0,7, углеводов нет совсем. И 133 калории на 100 грамм. Очень классная штука, вкусная. И иногда я его просто ем, когда нет ничего готового. Очень советую присмотреться. На самом деле вкусная-вкусная штучка. Итак, первым делом нам нужно сварить 6 яиц. Вот они, сейчас я их буду варить. Пока они варятся, я потру морковку и лук. Итак, я потерла на мелкой, что очень важно, терке морковь. Ну, я не знаю, видите вы или нет, на самом деле я сначала начала тереть на крупной, но потом вспомнила, что нужно тереть на мелкой. На самом деле на мелкой терке тереть очень трудно, но лично мне с непривычки было, но нужно тереть именно на мелкой, как морковку, так и лук. Итак, я потерла морковку, потерла лук, все здесь. Мелко порвала петрушку сюда же. Вот, это сок лимона, одна ложечка. Вот так же мы сюда его выливаем, перемешиваем. У меня пока, наверное, вы слышите, как сумасшедшие варятся яйца. Там звук такой стоит, что страшно, если честно говоря. Так, и тунец. Я открыла тунец, слила с него весь жирок лишний, ну там типа как жидкость какая-то, и теперь все это вываливаю сюда, перемешиваю, и когда яйца доварятся, этим я буду начинять непосредственно белки. Так, вот я вылила, все перемешиваем. Тунца на самом деле в банке достаточно много, я не знаю, может быть даже 6 яиц это будет маловато, потому что одного тунца там только 185 грамм. Вот. Возможно, нужно побольше. Итак, яйца сварены, почищены, разрезаны и лишены желтков. Правда, некоторые, видите, почему-то вот такую вот странную форму приняли в процессе варки. И даже вот тут какая-то грыжа выросла у одного яйца. Итак, все, теперь мы начиняем наши белки вот этой смесью, заранее приготовленной. Я думаю, что в действительности нужно использовать полбанки тушенки тунца, потому что очень много получается вот этого фарша, так называемого, очень много, и не хватит на 12, получается, яичек, это очень много. Так, одно готово. Я, конечно, попробую набивать так от души, но думаю, что все равно это многовато. Нет, на самом деле, как оказалось, ровно на 12,5 яичек мне хватило приготовленного фарша. Вот так все это выглядит. Одно яйцо я уже съела. Очень вкусно на самом деле. Как закуска, я думаю, вообще отлично для праздничного стола. Для обычного повседневного будничного стола это просто такое что-то необычное привнести в еду, да, которую мы кушаем в повседневности. Я очень надеюсь, что этот рецепт кому-то окажется полезным. Всех с наступающим Новым годом! Всем счастья, любви, здоровья, всего доброго, хорошего, замечательного. Всем удачи и пока!